Трэвис. Завтра на осмотр. Если врач скажет, то завтра мы мальчика оперируем. Приблизительная операция будет стоить 10-15 тысяч. Это пока предварительно. Мальчик поправился. Поправился, он уже не такой обезвоженный, у нас уже пушистый стал. Хороший, но мальчик еще не встает. Капаемся по-прежнему и кормим со шприца. Такие у нас дела. Нам нужна помощь в оплате операции. Нам нужна помощь в реабилитации. Кроме Трэвиса у нас еще много животных. Друзья, я прошу вашей помощи для бездомных животных. Нас 400. Будем благодарны за любую вашу помощь, за любой отклик. Можно помочь всем. Можно привезти нам продукты. Можно помочь нам финансово. Можно привезти нам старые одеяла, покрывала, пододеяльники. Только одежду не надо, потому что очень тяжело стирать. Пеленки. Очень нужны разовые пеленки. Очень нужны шприцы. Нужны физрастворы. Друзья, помощь нам нужна любая. Единственное, почему я не прошу корм, потому что корм мы покупаем в фирме «Агата». И закупаем по программе 8+1. То есть 8 мешков мы оплачиваем, 9 нам дарят бесплатно. Фирма «Агата» находится в городе Липецке на проезде Трубный. Если вы захотите оплатить нам корм через фирму «Агата», будем очень благодарны. Только потому, что там работает программа 8+1. Нам это очень удобно. Друзья, буду благодарна за любую помощь. Очень прошу помощи, пожалуйста.